să te revăd când în zor. De ce numești cu soare, că este acăzătoare, yeah. Ca cer vei răsări pe-al meu sânor. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând. Саму важную но такую слабую мышцу. Расставание — это лишь первый удар. После последует за ним подарок номер два. И для тех, кто реально чувствовал любовь, он принесет с собой больше боли. Ведь по неволе начинаешь думать о том, что безвозвратно уходит куда-то наше прошлое. И никакой связи с настоящим. Оттуда нет ни писем, нет ни звонков исходящих. Но ведь это же возможно и было бы правильно, если бы бывшие вспоминали бы и писали. Но из-за счастья нового или гордости от них нету ни намека на новости. Но это же возможно и было бы правильно, не забыть номер мобильного, хоть фишку исправлен он или удален с домашним вдвоем. Ладно, похуй на телефон, я есть ВКонтакте. Это Дима Карташов в твоих колонках или наушниках. Из головы думаю, Счастливая бывшая мне пишет, это удар не ниже пояса даже, а выше или вея. Туда, без чего мы не выживем, самую важную, но такую слабую мышцу. Счастливые бывшие.